Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Дэн, и сегодня будем продолжать выживать на серии Toby to Key Minecraft Pocket Edition. Вот, сегодня будем путешествовать вместе с моим подписчиком вот по этому миру. Вот, мы направляемся на вот эти вот координаты, вот, в принципе, дальше от спауна, я вам так скажу. Вот, сегодня будем путешествовать, ну, в принципе, давайте начинать. Вот, поехали. Короче, я, ну, начал не смотрите, короче, я... Мне алмазник ТП, капец, ему, вот этому подписчику алмазник ТП кинул, вы представляете? Ладно, мне тоже кто-то кидал, но я нашел вот такую вот базу, вот, в сундучке вот такие вот ресурсы, он начал их брать. В принципе, что еще нужно делать? О, же, свинина, ё-моё, слизь берем. Ребята, какие здесь только вещи. Так, берем железо, получается, вот, еще берем дерево, обязательно. Вот, еще дерево. Конечно, подкладывай мне дерево. Почему бы нет? Вот, что здесь еще есть интересненького? Какова бобы? Да, конечно же, возьмем. А, у меня есть сажен? Нет. Саженцы я, наверное, выкину. Да. Ну, не выкину, а положу в сундучок. В принципе, хорошие вещи. Косточка. Косточку возьму. И, в принципе, всю. Всю, почему бы и нет? Больше ничего. Пусть я ему оставлю, в принципе, пусть берет рыбу. Да, будешь брать рыбу? Или нет? Да, взял рыбу. Отлично. Ну и давайте положим сюда семечко. Вот, в принципе, хорошая база, я так понимаю, да? Разглифили мы. Ну, что если есть, это круто. Оно нам еще пригодится. Здесь у нас есть семена чьи-то. Вот, проверь, чьи это семена. Давайте мы... Да, это пшеница. Это обычная пшеница. Господи, кому она нужна? Вот, кровать он забирает. Ну, пусть берет. Следующая кровать тогда моя. В принципе, круто мы нашли, да? Хм, круто. Крутое. Ладно, ладно, мы нашли много чего прикольного. И, в принципе, это у нас шахта получается, да? Шахта. Прикольно. Вот, мы нашли базу, ее разгрифили. Опа, ну да, я нашел его по вот этому сундучку. Хорошо, что у меня есть как бы читы. Вот, ладно, если бы не читы, то мы бы не нашли это. Такс, окей, забираемся наверх. Да, и в принципе, о, лодка. Почему ты ее выкинул? Лодка. Так, ладно, пусть у меня будет. Ладно, что мы выкинем ему лодку, наверное. Так, что, не берешь лодку? Бери лодочку, нет? Нет? Ладно. А, у тебя уже есть, господи. Ну тогда выкинуть его нужно. И, в принципе, вот такую вот базу я взял. Какао бобы, конечно, 52 семечек этих. Ну, это круто. Вот, здесь у нас он пережаривает еду. Да, а я пережариваю. Хотя нет, не буду пережаривать сейчас железо. Зачем мне пока что пережаривать железо? Вот, давайте мы лучше выложим всякий мусор в сундучок. Вот, и, в принципе, тогда я буду приглашать уже идти дальше. Да. Ребят, я нашел вот такую вот пещерку. В принципе, но она никуда не ведет. Это странно. Зачем такую делать? Вот такой вот спуск и для ничего. Ладно. И да, ребят, забыл вам сказать, что мы сейчас находимся более чем на 10-тысячных координатах. Вот. Ну, вы, конечно, координаты не видели, но я просто... Видите, точнее, но я просто вам говорю, что мы типа на вот таких вот координатах, в принципе. Да, круто. Но я продолжаю идти, да. В принципе, здесь у нас елка какая-то. Прикольно. Воу, ребят, я чьи-то вещи нашел. Прикольно, да? Так, досок. Нужно забрать. Конечно же. Куда же без них? Ладно. А, мы, в принципе, нашли вот такие вот... вот такой вот биом, да? И мы продолжаем. Поисках, в принципе, других новых, в принципе, путешествий. Да, мы путешествуем вообще-то. Мы туристы, так скажем, на Toby to Key. Так что продолжаем. Итак, ребята, я еще одну штуку нашел. Это тоже сундучок. И в нем как бы есть, ну, такие неплохие вещи, но все же мне не нравятся они. Да, но все же давайте... Что? Давай иди ко мне. Давайте напишем сейчас в чат сюда, да, чтобы он понял. Угу. Вот. И вот он увидел это все дело, да. И, в принципе...
Вот так вот как-то. Ну, неплохие вещи, но все же это блоки. Блоки мне пока что они не нужны. Потом, если что, будут нужны, в принципе, ну, все же. Зачем они мне нужны сейчас? Возможно, моему тиммейту, то есть моему подписчику нужны эти блоки, но все же мне нет. Возможно, я возьму сейчас... А, он взял лампы, ну окей, я возьму тогда... ничего, да, ничего я не возьму, зачем мне что-то брать, да. Угу. Так, ну, в принципе, мы нашли, давайте мы продолжать будем путешествовать. Итак, ребята, я приручил собачку, у меня было две косточки, он все сожрал, но все же приручился. И теперь я буду с ним уже путешествовать, надеюсь, я буду с ним путешествовать. Вот, если он, конечно же, не пропадет, в принципе, я надеюсь, что он умеет пахаться, и будет все окей, да. Итак, я нашел чью-то базу, но она как бы снова же разгрифлена, кроме вот этого вот портала. Но я в него не буду заходить, и поэтому мы продолжаем путешествовать. Ребята, чья-то база. Видите там сколько сундуков? Просто вы видите сколько здесь сундуков? Ё-моё, ну давайте как бы проберемся, чё ли, к ним на базу, да? Так, спускаемся. Так, так, и что у нас здесь? Так, пустой сундук, да, пустой. Второй пустой, нет, не пустой сундук, здесь уже с блоками. Вы посмотрите, третий пустой сундук. И как бы четвертый пустой сундук. Только один с вещами, то просто блоки. Вот, также у нас, ну, в принципе, здесь больше ничего нету, кроме подъема наверх. И, в принципе, вот так вот как-то. Ну, все же, что хотя бы что-то, да. Опа, ребята, у меня хватает на уточку. Да, у меня как раз-таки две нити. А мне столько же нужно, чтобы сделать удочку, да. Поэтому мы прям-таки сейчас будем делать удочку. Так, она крафтится из палок, поэтому нам нужно сначала палки получить. Вот, а теперь вот так вот сделать. Да, так, вот так, одна палочка нам лишняя, и вот так вот. Все, отлично, теперь у меня есть уточка, и мы можем рыбачить, да. Так, отлично. Ну, в принципе, я буду тогда рыбачить в свободное время, и как-то так, да. Так, ребят, я еще одни сундуки нашел. Вот они. Ух ты ж, ё-моё. Здесь у меня даже сундук. Ё-моё, что это только? Давайте напишем сюда. Да. Так. Что только? Ну, капец, фейерверки. Ух ты ж, ё-моё. Что это только? Продолжительность полета. Кожа. Ох, как только полегчало, ребята. Так, он меня ко мне тпчится. Мы прописываем Т-такс. Т-п-а-ц-ц-э-п-т. Вот. Ну, блин. Ты видишь это? Ты видишь это? Капец. Что это только? Я такое редко встречаю, чтобы вы понимали. Стак стрел. Стак. Не то что, а стак. Так, возьмем также железо. Вау. Такое я первый раз встречаю. Крупно. Крупно, ребята. У-ху-ху. Так, беру коптильную, ребят, тогда. Опа, баранина. Ну, конечно, возьму. Капец. Ребята, это, конечно, жестко. Я такое первый раз вижу, можно сказать. Сколько резов? Нет, ну, может, в обычном мире видел, но не на серваке и не на тубитути. Ох, ты ж, ё-моё. Здесь также есть паутинка, не буду я её брать, не хочу. Не знаю, почему, но паутинку. С кокаина? Нет, ну, сахар. Капец, у него, значит, ещё... кокаина. Ну, сахар редко найти на этом сервере, поэтому я его беру. Да, кокаина берем. Так, что он пишет? Он ничего не пишет, но он, я так понимаю, удивлен такой находке. Капец, просто. Что это? Вот, давайте мы даже ему покажем, что у меня есть типа фейерверк. Опа, а он... Ха-ха-ха. Здравствуй, Алекс.
Алекс, видишь? Ну, прикольно. Видите? Во-во-во, фейерверк. О, риминг написано. Ну, ладно, мне понравилось. Продолжаем путешествовать. Ё-моё! Палка, шипы 3, острота 5, облик огня 2. Это палка бога. Как они ее сделали? Если мы ударим вот тебя, вот, например. Капец! Это палка бога. Капец просто. Я такое первый раз вижу на сервере. Нет, ну, на школа сервере окей, но не на ту биту ти. Бе, как они это сделали? Капец. Вы видите, как к шайске опять снесло? Капу, просто. Это что-то с чем-то. Такое я вижу впервые на ту биту типа Е. Да. Ну ладно. Интересно, как он ее еще достал. То есть я могу убивать... Стоп, а если мы ударим корову? А? Смотрите, если мы ударим корову... Да, она... Нет. Ну а если курицу? А курицу-то убивает. А, а если мы ударим, интересно, барана? О, то есть овцу. Интересно, что будет? Так, ребят, я снова нашел как бы сундуки, если вы не заметили. Вот. Оп. Ага, там у нас яма. Мы спускаемся вот сюда вот. Здесь у нас, эндер чест. Положим сюда тогда кожи. Почему бы и нет? Вот, потому что она мне сейчас не нужна, как бы. Ну, почему бы и нет? Так, положим сюда железную кирочку на всякий случай. И 50, точнее, 2 фейерверка. Что у нас здесь есть дальше? Так, давайте спустимся еще ниже. Вот. И здесь у нас сундук. Как ни странно. В сундуке фонарик, кожа. Я кожу забираю, ребята. Вы что думали? Также здесь у нас есть какой-то заборик. И, в принципе, все. Сундуков я больше не вижу. Только эндер, если будут, то, в принципе, окей. Ну, обычных я не вижу. Вот, поэтому, в принципе, ну что? Одна кожа — это тоже неплохо. Плюс эндер чест. Почему бы и нет? Нормальный такой лут. Для меня лично. Вот, поэтому мы продолжаем. Капец, ребята, мы нашли, короче, чей-то труп, так скажем, да? То есть здесь у нас было много каких вещей. Вот, например, здесь лежали алмазы. Опыт хороший, даже вот у меня опыт не хочется обходиться. Это круто! Слушайте, мне нравится так находить. Два алмаза нашли, алмазный меч. Это нормально так. Плюс две нитки. Можно скрафтить моему, так скажем, подписчику удочку. Да, давайте мы ему сделаем такой небольшой подарочек. Так, ставим верстак, получается. И мне нужны палки. Я зачарованную палку не буду трогать, да? Зачем мне? Это же зачарованная как-никак. Так, мы крафтим вот так вот, делаем вот так вот, делаем. Так, отлично. И мы делаем вот так вот. Просто замечательно. Отлично. Теперь мы дарим моему подписчику удочку. Вот. Так. Вот. Типа у нас есть двое удочка. Йоу. Подбери ее только. Пожалуйста. Пожалуйста, подбери. Ну, я знаю, что тебе удочка нужна. Да. Думаешь, что тебе нужна удочка? Почему? Почему людям на этой битве, если у кого нету удочки, не нужна удочка? Вот удочка. И удочка. Тебе нужна удочка, я знаю. Так, Симон выкидывает. Вот, пожалуйста, тебе, у него есть тоже удочка. Все, у нас теперь до их есть удочка, и у меня есть даже два алмазных меча. Не знаю, зачем мне это, но, в принципе, окей. Ага, мне кто-то позвонил, ну ладно, в принципе, мы продолжаем бежать. Вот. Ну, в принципе, я надеюсь, что мы еще что-то найдем интересное, да? Ну, как интересное, я не знаю, что в этих сундучках, вот, поэтому думаю, что это интересненько сейчас будет, поэтому погнали к этим сундучкам. Да, надеюсь, что здесь у нас что-то интересненькое, повторяю же, есть. Так, мы копаем вот сюда вот, так, отлично, копаем, первый блок скопан, второй блок давайте тоже скопаем, так, у нас здесь есть двери. Ух ты, ё-моё, как они здесь только И еще ниже есть, ё-моё. Ладно, первый сундук нужно нам открыть. Так,
Его, я так понимаю, недавно закапывали. Но здесь у нас ничегошеньки нету. Продолжаем копать. Второй сундук. Так. Здесь у нас цветочки. Понятно. Дальше давайте копать. Я надеюсь, что мы что-то найдем интересненькое. Вот, я при вас копаю, потому что, чтобы были не наигранные, так скажем, эмоции, да. Вот. Так, это у нас тоже нету ничего. Следующий сундук. Так. Здесь у нас 17 листвы. Такое. Фигня какая-то. Да. Так, ладно. Ага, у нас булочника. Давайте мы его тоже. Хотя, а смысл? Там еще есть сундуки. И снизу есть сундук. Ох, ребята, давайте мы снизу сначала. Я думаю, что там что-то интересненькое. Так что погнали копаться вниз. Вот. Я надеюсь. Ну, я, если что, могу взлететь, я так понимаю, да? Вот. Так что погнали копаться. Надеюсь, мой тиммейт, мой подписчик не спрыгнет сюда, да? Вот. Потому что он разобьется, как и я бы разбился. Вот. Поэтому мы копаемся. Ну, ты, конечно, крут. Сколько у тебя хп? А, ладно. Так, зачем ты только сюда спрыгнул? Ты будешь 3 часа, в принципе, вверх подниматься, а? Зачем ты это сделал? Я бы забрал лут и дальше бы пошли. Эх, ладно. Придется с ним идти. О, ну, в принципе, мне это все равно, или с ним, или не с ним, но вопрос, он будет долго взбираться, но я нет. Типа, я могу просто взлететь. Вот, но все же, у нас здесь есть чья-то база. И зачем я сюда спускался? Из-за стекло? Из-за перышек? Понятно. Понятно, ребята. Ну, что у нас здесь еще есть? Ничего интересного, я так понимаю, да? Здесь у нас двери, также все разгриферено. А, у него 2 хп, понятно, короче. Не знаю, песок душ нам нужен. Вот. В принципе, если хочет, он забирает. Вот, ну, в принципе, я еще где-то видел, так что давайте я к ним подберусь я поближе, и мы уже продолжим. Так, ребята, вот еще, как бы, вы видите, сундучки, так что давайте мы к ним спустимся, так скажем, да? Так, плохо, я в следующей серии, наверное, тогда скрафчу лопату. И да, мой тиммейт ливнул, мой подписчик и так далее, он ливнул, и как бы я залутаю вот это вот последнее, и, в принципе, все. Так, вот, в принципе, сундучки. Да, я их первый раз открываю, если что, не подумайте, что это все наиграно. Но, как бы, здесь ничегошеньки интересненького. Кроме стрел, конечно же. Ну, здесь тоже. Но не нужно отчаиваться. Вот, потому что я увидел еще внизу сундучок. И нам нужно его тоже чекнуть. Ну, а также я заберу кровать. Да. Видите, вот внизу, прям вы видите, подо мной. Так, вместо чего. Так, пока. Так, мы взяли кровать, теперь у меня тоже есть кровать, и здесь у нас также есть сундук. Так, подай! Вот это вот вам путешествие. Так, здравствуйте, ресурсы. Я вас давно ждал. И вы... Капец просто! Ну что это? 11 кожи? Вы чё? Стиль зачарованных яблока. Так, с кожа место. Капец! Это у меня такой первый раз. Вот первый раз такой. Вот напишите, у вас такое был такой лут в комментариях? Вот, ну, длинная серия сегодня получилась. Вот, вы должны поставить лайк, да, там все дела. Вот, не буду вам дальше говорить, потому что я думаю, что вы все прекрасно знаете, что нужно делать. Вот, так, скоптильна мне не нужна сейчас вообще. Что это тут? Капец. Но это еще не конец, ребят. Да, я возьму, конечно же, уголь. Вот, так. Место. Фух. Место стрел. Да, я, возможно, немножечко того. Но там еще есть один сундук. Так, ребята, я докапываюсь к сундуку. Вот, сейчас буду. Вот это вот последнее открытие сундука. Ко мне кто-то хочет ТП-кнуться, но я не буду принимать ТП. И ничего. Ладно, тогда на этом я буду заканчивать. Сегодня мы добыли 3 золотых зачарованных яблока. Вот эту вот непонятную палку, много кожи.
Ну, конечно, не добыли тростник. В следующей серии, я надеюсь, мы добудем тростник. Вот. 5 алмазов также. Ну, в принципе, алмазы это такое. Но зачарованные золотые яблоко. Ё-моё! Если вам понравилось это видео, вы можете, конечно же, поставить лайк, также подписаться на мой канал, вот, и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, с вами был я, 97.00. Всем удачи и всем пока, ребята.